Перед тем, как начать видео, хотелось бы поблагодарить спонсора данного видео, а именно группу «Мир Годзиллы и Гомеры», «Мир Монстров», за предоставление информации. Эта группа посвящена кайдзю и различным киношным монстрам, вроде крокодила Густава из фильма «Первобытное зло». Так что смело подписывайтесь, и я уверен, что вы узнаете много нового. Ссылка на группу будет в описании. Минилла – приемный или родной сын Годзиллы, вылупившийся из яйца на удаленном от континента острове в Тихом океане. Мать Минилла неизвестна. Сразу после рождения над Миниллой нависла угроза со стороны камакуросов, но Годзилла спас его. В отличие от своего отца, Минилла дружелюбен, его тянет к людям, он очень любопытный. Минилла может извергать изо рта тепловые колечки, но иногда у него уже получается настоящий тепловой луч. Годзилла бдительно охраняет Миниллу и воспитывает его как агрессивного монстра, но в отличие от него Минилла очень пуглив. Тем не менее, он не побоялся вступить в бой с Габарой, и это оказалась его первая впечатляющая победа. Питается фруктами, очевидно, в силу маленького возраста, а в росте набирает по мере получения жизненного опыта. В некоторых фильмах Минилла может контролировать свой размер, а в фильме 1969 года умеет говорить. В периоде Хэйсэй появляется аналог Миниллы – малыш Годзилла. Размеры, рост 1,6 метра в 1969 и 2004 году, 13 метров в 1967 году, 18 метров в 1968 и 1969 годах и до 20 метров в 2004 году. Длина 2 метра в 1969-2004, 20 метров в 1967, 26 метров в 1968-1969 годах, до 30 метров в 2004 году. Вес 200 кг в 1969-2004, 1800 тонн в 1967, 3000 тонн в 1968-1969 и до 5000 тонн в 2004 году. Роль Миниллы в «Годзилле. Финальные войны» не изменилась по сравнению с эпохой Сёва. Очень дружелюбный, особенно по отношению к детям. Он также говорил от имени человечества о Годзилле, побуждая Годзиллу прекратить свою войну с человечеством. Минилла является вторым по скорости Годзиллой из всех фильмов, на первом месте Зилла. Фильмы «Период Сёва», «Сын Годзиллы» 1967 года, «Уничтожить всех монстров» 1968 года, он же «Годзилла. Парад монстров». Годзилла Минилла Габара, атака всех монстров 1969 год, он же атака Годзиллы и месть Годзиллы. Годзилла против Гайгана 1972 год, камео. Период Миллениум, Годзилла финальные войны 2004 год. Если вам нравится этот кайдзю, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании. В будущем я и дальше продолжу выкладывать видео про различных кайдзю из вселенной Годзиллы. Yeah.